Итак, всем привет, уважаемые зрители моего канала. Сегодня я вам хочу рассказать, как вот эти вот два фотоаппарата, слева вот здесь вот зеркальный фотоаппарат Sony Alpha 65 и справа фотоаппарат беззеркальный, вот тут вот слева зеркальные, справа беззеркальные. Sony Alpha A6000. Вот вы видите два фотоаппарата. Зеркальные и беззеркальные от фирмы Sony. И я вам расскажу, как из них сделать веб-камеру. Что для этого надо. Вот из вот этого вот фотоаппарата можно сделать веб-камеру для компьютера. И из вот этого можно сделать веб-камеру. Сейчас я вам покажу, что для этого нужно. Для этого нужно вот такой вот адаптер купить. Вот. Сейчас вот. Посмотрите, как он называется. Вот. Называется он Espada System Company Ltd. Адаптер HDMI на USB 3.0 Type-A. Модель EVIHU3. Вот видите, да? Торговая марка Espada. Вот тут HDMI, User Manual. Вот он поставлялся вот в такой коробке свернутый. Вот он так вот выглядит. Вот. Вот вы видите, как он выглядит на самом деле, да? Вот так вот он выглядит. Здесь вот USB 3.0 разъем. Вот с этой стороны. Ну вот здесь вот HDMI input, output USB 3.0 разъем. Вот вы видите, да? Вот HDMI. Значит, что еще необходимо, чтобы подключать к этому разъему? Вот, значит, нужен вот такой вот переходник с HDMI, вот с этой стороны HDMI на мини HDMI. Вот мини HDMI. Это чтобы подключить Sony Alpha A6000. Сейчас вот я вам покажу, как он подключается. Это Sony Alpha A6000. Вот так вот открывается вот с этой вот стороны и втыкается сюда вот. Вот сейчас резкость сделаю. Вот втыкается вот так вот разъем. Вот сюда он, по-моему, втыкается. Да? Да, вот воткнулся. Вот видите, да? Потом вот так вот он кладется. Вот так вот. И с другой стороны вот этот вот HDMI разъем втыкается вот в этот вот переходник. Вот. Вот с этой вот стороны. Втыкается вот так вот. Вот так вот втыкается. Вот. И уже вот, вот так вот оно идет вот от фотоаппарата. HDMI втыкается вот в этот адаптер. И сам адаптер втыкается по USB 3.0. Втыкается в компьютер. Я вам потом покажу, как он будет работать на компьютере через OBS Studio. Покажу я вам потом во второй части видео. И теперь, значит, сейчас я это пока отсоединяю. Покажу вам, как подсоединять. Так, вот это вот пока выбираю вот сюда. Покажу, как подсоединять вот к этому фотоаппарату, к зеркальному. Вот. Вот сейчас резкость наведу. На резкость. Вот, значит, для зеркального фотоаппарата там не микро HDMI, а мини HDMI. Вот такой вот переходник нужен с мини HDMI. Вот видите его, да? Вот с мини HDMI. Втыкается он вот сюда. Вот так вот он сюда втыкается. Сейчас я покажу вам. Вот, вот так вот. Резкость наведу вам. Вот. Вот так вот он втыкается в этот разъем.
переходник. Так, сейчас аккуратно надо воткнуть, чтобы ничего не повредить. Вот так вот оно втыкается. Вот, воткнул. Вот так вот получается, да? Теперь вот сюда вот, надо воткнуть большой вот такой вот HDMI кабель. Вот. Он с двух сторон HDMI. Вот видите, вот такой вот HDMI. Вот я его втыкаю с этой стороны. Вот так вот. Воткнул. Вот такая вот конструкция получается. И так, резкость навожу. И теперь вот другой стороной он втыкается вот сюда. Вот так вот. Вот воткнул. Вот в этот разъем. Вот, значит, подсоединяется к фотоаппарату через переходник мини HDMI на HDMI. Вот здесь вот. Вот вы видите, да? Потом по HDMI кабелю подсоединяется вот к этому переходнику. Вернее, не переходнику, а к адаптеру HDMI на USB 3.0. И вот этот USB 3.0 втыкается уже в компьютер. Вот. Вот, значит, я вам показал, как из вот этих вот двух фотоаппаратов сделать веб-камеру. И из первого фотоаппарата получается ветка, и из второго. Всего-то для этого нужны кабели, переходники и вот этот вот адаптер HDMI на USB 3.0. Вот. Вот, что на нем написано. Вот. Вот видите, что на нем написано, да? Вот. Так, все, я вам об этом рассказал. Теперь покажу, как он работает на компьютере. Так, и теперь я вам показываю, как вот этот вот фотоаппарат я подключаю к вот этому вот компьютеру, чтобы использовать его как ветку. Значит, включаю сперва вот это, вот сюда. Вот так вот подключил. Теперь включаю вот этот вот переходник, вот, с USB 3.0, вот сюда вот включаю, вот сюда. Включил. И теперь включаю сам фотоаппарат. Вот. Включил фотоаппарат. Значит, он включился. И теперь буду вам дальнейшие действия свои показывать, которые я провожу на компьютере. Так. Показываю я эти действия. Значит, открываю. Так, сперва переключаю вот со старого компьютера на новую клавиатуру и мышку. Открываю вот этот вот OBS Studio. Отмена. Устройство захвата выбираю. Устройство захвата. USB 3 видео. Деактивировать. Активировать. Стандартное значение устройства. Так, это я выбрал. И теперь опять. Отмена.
Вот. Вот, значит, оно вылилось. Так, вот. Нестандартное значение, а пользовательское мне надо. Вот. Вот, вылилось, да? Вот, значит, так подключилось. Вот так вот на весь экран выведу. Вот. Вот так вот выводится. Сейчас покручу. Вот эту вот. Вот, видите. Крутится, да? Вот, крутится. Вот, я вот тут вот. Вот тут вот. Вот вам помахал ручкой. То есть вот так вот вебку вы можете записывать. Веб-камеру можете записывать через устройство захвата видео. Вот. Через OBS Studio. Вот я вам все рассказал. Вот начать запись. Я вам потом ее покажу. Вот начать запись. Вот. Вот так вот я вам показал, да, себя и видеозапись. Так, вот так вот. Остановить запись. Так, ну вот вы поняли, как веб-камеру сделать из беззеркалки и из зеркалки Sony. При помощи адаптера с HDMI на USB 3.0 Type-A модель EVIHU3 Espada System Company Ltd. Вот так вот ставлю обратно. Вот. Вот, значит, теперь я вам показываю, как подключить к OBS Studio. Вот эту вот камеру Sony. Выбираете здесь USB 3 видео. Вот, окей. Выбираете здесь стандартное значение устройства. Закрываете. Перезапускаете. Вот. И теперь входите, меняете стандартное значение на пользовательское 4К. Кстати, вот это вот 4К видео может выводить. Вот, начать запись. Сейчас нажму начать запись. Вот так вот поворачивайте. Вот я могу тут вот показать себя, свое лицо, что как веб-камера работает на компьютере, вот при помощи вот этого вот фотоаппарата беззеркального. Вот видите, оно работает, да? Нажму начать запись. Вот так вот поворачиваете. Вот я могу тут вот показать себя, свое лицо, что как веб-камера работает на компьютере, вот при помощи вот этого вот фотоаппарата беззеркального. Вот видите, оно работает, да? Ну а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч на моем канале. Всем пока. Ставьте ваш королевский лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем гудбай и пока.